Всегда был с проблемным характером на своей волне, но собственное радио давало мне счастье вдвойне. Пускай сначала это не сулило мне побед, но все изменилось, когда я искренне душой запел. Осень взяла палитру и кисть, чтоб красить дома, и в этих красках я приход ловил токсикоман. Зачем мне сон, если есть эйфория, глупый осел? Все отрицал, все слова утрировал. Потом дым в подъезде, рука по струнам ездит, сердце греет 40 градусов, но далеко не Цельсия. Цели ушли в лето, мне казалось, я нашел свои сады Эдема. Но оказалось, клетка, с тех пор я в ней, в вечном затмении, среди крыс темноты и гниения. Крыша едет после выяснения отношений, в итоге запутался, кто я по жизни, гений или шизофреник. Шлялся по бездонным духовным глубинам, в итоге стал образцом совершенного сплина. Пытался счастье собрать по крупинкам, чувства помогли мне и тут же сгубили. Эта музыка всегда была последним шансом связаться с Богом, но при встрече он вниз опускал голову и проходил, будто незнакомым и честным. Я был тронут этим. Стихи погрязли в эпитетах и метафорах, живу среди обиженных нытиков, комментаторов, и засяду в четырех стенах, ожидая фатума, никто не увидит, будто я в воду канул. Такие будни, с улиц убежал и превратился в зануду, разрываясь между грязью и лирикой. Если бы не милый голос, давно бы стал двуликим. Итак, я надеюсь внести свою лепту в этот безумный мир. На этом пути надо сутками мучиться, чтобы мечту свою не спустили в сортир.